красной форме Андрей Кучеренко, Украина. In red for Ukraine, Андрей Кучеренко. В синей форме Мухтар Гамзаев, Россия. In blue for Russia, Мухтар Гамзаев. Представляю судей финального поединка. Please welcome the referees. Руководитель ковра. Head referee. Виктор Бухвал, Беларусь. Арбитр. The arbiter. Кайрат Даскалиев, Казахстан. И боковой судья. Side referee. Али Джамел, Марокко. Спортсмен в красной форме представляет сборную команду Украины. Является серебряным призером чемпионата Европы 2017 года. The athlete in red representative of Ukraine is a silver medalist of European Championship 2017. Его соперник в синей форме представляет сборную команду России. Является чемпионом мира 2016 года и обладателем Кубка мира 2016 года. Внимание, уважаемые спортсмены, победители и призеры. Первого дня соревнований мы просим вас в красной форме пройти на построение церемонии награждения.
вести до тех пор, пока свет не будет. Мы начинаем церемонию награждения весовой категории до 48 килограммов женщины. Dear spectators and dear representatives, we'll start the medal ceremony for women under 48 kilos. Церемонию награждения проводит президент Международной Федерации Самбо. The medal ceremony is held by the president of International Samba Federation, Василий Борисович Шестаков. Церемонию награждения проводит президент Европейской Федерации Самбо, президент Всероссийской Федерации Самбо, accompanied by president of European Samba Federation, president of Russian Samba Federation, Сергей Владимирович Елисеев. Церемония награждения проводит заместитель министра спорта Российской Федерации, accompanied by Deputy Minister of Sport of Russian Federation, Сергей Васильевич Косилов. Пьедесталу почета приглашаются спортсменки, завоевавшие бронзовые медали. Please welcome the athletes, bronze medalists. Милен Войцев, Франция, Лейла Аббасова, Беларусь. Весовой категории завоевала the silver medalist Анастасия Новикова,